что, начнем? Постой, постой. Не принято спектакли на сцене голый и пустой разыгрывать. Не так ли? Сейчас дадут на сцену свет. А ничего пока там нет. Скажи администрации, что нам необходимы костюмы, декорации, бород для грима. В сегодняшнем спектакле все бороды испакли, а царская корона из лучшего картона. Мы для спектакля не должны из камня строить стены. Они совсем не нужны для сказки и для сцены. Не нужно нам и дорогой тяжелой обстановки. Пускай картины за другой идут без остановки. К чему нам бархат и атлас? Светящиеся краски. Пусть чувства светятся у нас во время хода сказки. И семи разбойников. Нет, не хочу. Гусли самогуды. Да какие там самогуды? Похороны козла. Певчие птицы. А набивные синцы. Вот посуда глинина из села Малинина. Пряники, ковришки, пироги и пышки. Пылу, жару, пятачок за пару. Ну и орут, глотки дерут. Не перекричать их. Книжки, книжки, дочки и сынишки. Малым поучение, старым развлечение. Ишь ты, ух ты, ух ты. Дозволь, почтенный, картинки в книжках посмотри. Смотри, смотри. Ну и чудеса. Скатерть-самобранка, сапоги-скороходы,
Да только много ли правды в твоих сказках, или все нарочно придумано? А ты вот купи книжку, прочти, да и узнаешь. Отчего ж не купить? Да только вот беда, очков нету. А тут печать крупная, без очков прочтешь. А мы не крупные, не мелкие не разбираем, мы не грамотные. Читать не умеем, а писать пишем. Как же это так? А мы мелом пишем. На штанах. Мы портные. Шутники вы. А может быть, вы все-таки купите какую-нибудь книжонку позабавнее, найдете грамотея, он вам и почитает вслух. Да мы и сами сказки рассказывать мастера. Угодно послушать? А рассказываем мы вдвоем, на два голоса, врозь у нас не получается. Ну, рассказывайте это покороче, а то я с вами болтаю и ни одной книжки не продам. Хотите, мы вам расскажем самую-самую коротенькую? Ну? Про двух портных. Про него и про меня. Нет, про меня и про него. Рассказывайте. На свете жил один портной, а рядом жил другой. Один работал по утрам, другой по вечерам. Тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, 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 тур-ра-ру. Тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, другой по вечерам. Известно всем, что свет дневной не стоит ни гроша. И потому один портной работал не спеша. Тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, 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 тур-ра-ру. Тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, работал не спеша. Зато другой всегда спешил, и верно потому чужие брюки он пришил жилету своему. Тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, 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 тур-ра-ру. Тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, тур-ра-ру-ра-ру-ра-ру, жилету своему. Складно, складно, ничего не скажешь. Ну, люди добрые, вы ступайте по своим делам, коли они у вас есть, а я уж своим займусь. Ступайте. Дай-ка нам, почтенный, книжицу. О. Только сам и выбери. Да. Вот, извольте. Ух ты! Интересные, красивые сказочки. Вот гуси какую-то хорошенькую-хорошенькую девочку на крыльях несут. А вот какой-то дяденька на коврике летает. А что, это на самом деле бывает? Что бывает? Шапка-невидимка, скатерть-самобранка и ковер-самолет. Сама не знаешь, что спрашиваешь. Про то, что на самом деле бывает, пишут в настоящих, порядочных книгах с переплетами. А не в этих грошовых книжонках. Простите меня, сударь, но напрасно вы мои книжки хулите. Их иной раз даже ученые люди, профессора читают и хвалят. Народной литературой. Или, как это по-ученому, фольклором называют. Вот вы возьмите 2-3 на пробу, а на сон грядущий почитаете. Нет уж, пускай их ученые умники, да глупые девчонки читают. А мне сказки больше нравятся. Можно купить вот это о мудрой девице и семи разбойниках. Сама ты мудрая девица. Только вот разбойников на тебя не хватает. А что, мне-то еще рано читать, да? Поздно. Почему поздно? Что, никак выбрать не можешь? Да я бы все взял, кабы деньги были. Вот горе какое. У кого денег нет, тот бы все книжки купил. А у кого есть деньги, тот на них и смотреть не хочет. Нет, деньги у меня есть. Только вот я должен кое-что купить. Да у вас на ярмарке все больно дорого. А ты скажи, что тебе нужно? Может, я тебе посоветую, где подешевле купить? Зеркальце мне нужно. Знакомый просил.
И каких мне только здесь зеркал не показывали, а только все не по карману. Ну, вот что, парень, я тебя к такому человеку сведу, что лишнего с тебя не возьмет. А ты пока выбирай книжки. Которую же мне взять? Пожалуй, эту. Гусли-самогуды. И еще про чудесную дудочку. И еще вот эту. Как она называется? Скрипач в аду. Ты все с музыкой сказки выбираешь. Видно, сам музыкант. Музыкантом меня только прозвали. Я все по плотницкой части работаю. А играю то на вечеринке, то на свадьбе. Так, самоучкой. Ну вот что. Я тебе книжки за полцены уступлю. Из всех покупателей ты один не спрашивал, правду или неправду мои сказки говорят. Так что бери какую хочешь, а после обеденного часа опять приходи. Пойдем с тобой в зеркальце покупать. Никогда не бьются! Чайники, кофейники, медные ошейники! Шелковые шали! Сами вышивали! Разноцветная кайма! Золотая бахрома! Продаю задешево! Что? Умные вещи. Ишь ты! Любопытно посмотреть. Здравствуй, хозяин. Здорово, друг. Вот я вам покупателя привел. Милости просим, гости почтенные. Чем услужить можем? Да вот зеркальце ему нужно. Да не слишком дорогое. Да не найдется у вас? У нас все найдется. Ну вот. Ну, будьте здоровы, пойду я торговать. Вот, извольте. Зеркальце у нас, хотя и маленькое, а умное, говорящее. Энни, Бенни, Дуна, Жез, светит солнышко с небес. Я как солнышко горю, людям правду говорю. Ну, скажи мне правду. Возьми меня, я тебе в беде пригожусь. Эх, взял бы я. Да не знаю, сколько за тебя спросят. Ведь тебе и цены нет. Ничего, как-нибудь сторгуемся. А пока ты еще на дудку-самогудку взгляни. Она хоть с виду и простенькая, но тоже умная. А играет чище и звонче всех дудок на свете. Сама играет? На то она и самогудка. А все же музыкант ей нужен. Без него в ее песне
души не будет. Может, попробуешь? Какой же я музыкант? Играю для самого себя, для своего удовольствия. Ну и на нашей дудочке так сыграй. Для себя, для своего удовольствия. Тогда и других порадуешь. Неужто это я заиграл? А то кто же? Играй, играй. Сейчас самогудка с тобой вместе и петь будет. Как послушаешь дуду, позабудешь про беду, в самогудку станешь дуть, ноги сами в пляс идут. Эх, дудка туда и туда и сюда, эх, дудка туда и туда и сюда. В городе в Амурове петух подрался с курами, козлу остригли бороду, пошел козел по городу. Козлу не до смеха, а нам зато потеха, козлу не до смеха, а нам зато потеха. Эх! Станешь дуть, слезы горькие идут. Слушается тебя моя дудка. Сколько раз я ее слыхал, а и меня слеза прошибла. Ну, так и быть, бери и дудку, и зеркальце. А какая им цена, дедушка? Ты же сам сказал, что этим вещам и цены нет. Да я тоже тебе их не навсегда даю, а на время. Владей ими год, а там увидим. Уж не знаю, как благодарить вас. За такие вещи не благодарят. Может, они тебе радость, а может, и горе принесут. Здорово, хозяева! Это у вас тут на дудке играли? У нас. А чего так рано играть перестали? Я и наплясаться не успел, а я наплакаться. Так ведь это же играла волшебная дудка-самогудка. А на нее управы нет. Захочет играть, играет, а не хочет, молчит. Волшебная, говоришь? У нас в лавке все волшебное.
А ты не шутишь? Зачем шутить? Дозвольте спросить, какие такие волшебные вещи у вас продаются? Нам они, конечно, не по карману. Узнать любопытно. Ну что ж, за спрос денег не берут. Покажи-ка ему, братец, наш товар. А чего не показать? Все покажем. Вот, милый человек, скатерть-самобранка. Самобранка? Настоящая? Я, признаться, думал, это сказка. Так сказка есть. Скажи ей только, развернись, она тебя накормит и напоит. Раз, вверх. А это сапоги-скороходы. Ты в них за день раз 10 всю землю вокруг обежишь, а к вечеру домой вернешься. Чудеса, да и только. Чудеса и есть. А вот и шапка-невидимка. Наденешь ее, и тебя видно не будет. Прям сказать, удивительно. А если можно, позвольте еще спросить. Спрашивай. Зачем же вы эти чудесные вещи продаете? Коль у вас скатерть-самобранка есть, да сапоги-скороходы, так вы и без торговли безбедно прожить сможете. Нет, парень. Наши умные вещи должны по белу свету странствовать. Из рук в руки переходить. А ежели мне их для себя в сундуке держать, так они свой ум, свою силу потеряют. Вот оно что. Ну, а того, кто эти вещи купит, они навсегда останутся или как? Нет, не навсегда. У одного они подолгу гостят, а у другого и дня не проживут. Глупому умные вещи ума не прибавят. Понял? Это что здесь, магазин случайных вещей? Умных вещей, сударыня, случайных не держим. Боже, выдумают умные вещи. И людей-то умных не так уж часто встречаешь. А тут вещи умные. Ну, покажите-ка, ну. От чего не показать? Вот, сударь, сапоги. А вот, сударыня, скатерть. Ну, скатертей у меня полны сундуки. А сапоги... какие-то старомодные. Нет, сударыня, такой скатерти и таких сапог вы еще не видели. А что у них особенного? Покажи им. А ну-ка, скатерть-самобранка. Скатерть-самобранка, как интересно! Развернись. Вот, видите, а вы говорили дурацкие сказки. Помолчи. И все это на самом деле или только кажется? Извольте нашего кушанья отведать.
Представьте себе, очень вкусно. Отлично приготовлено. Заверните-ка нам эту скатерть. Завтра же я рассчитаю всех наших поваров и кухарок. Они так много едят, а еще больше крадут. Пожалуйста, не рассчитывай на эту скатерть. Я ее буду брать с собой на охоту. А ну-ка, скатерть-самобранка, свернись. А что за башмаки у вас? Тоже киньте. Необыкновенные. Сапоги-скороходы, сударь. Вот, видите, а вы говорили. Сказано тебе, помолчи. А сапоги эти надо бы сначала примерить. Пожалуйста. Нет, сам я мерить не стану. Кто их знает, эти волшебные вещи. Ну-ка, братец, примерь их. Это мой человек убежал. Не беспокойтесь, сударь. Он разок-другой вокруг света бежит и назад вернется. Сапоги эти умные, они сами дорогу знают. Я пока шапочку вашу примерю. А можно и мне? Тебе еще рано. Вот всегда так, то рано, то поздно. Прелестная шапочка. Только вот к лицу ли она мне будет? Она всем к лицу. А нет ли у вас зеркала? Есть зеркальце, только оно уже продано. Вот этому молодому человеку. Мне ведь только посмотреть на себя в шапочке. Извольте. Раз, два, три, четыре, пять. Что на зеркало пенять? Что такое оно болтает? Маленькое, а такое дерзкое. Не надо мне говорящих зеркал. Дайте обыкновенное, которое молчит. Извините, сударыня, молчаливых зеркал у нас нет. Ну, я и без зеркальца примерю. Пожалуйста, сударыня. А когда снова пожелаете видимой стать, поверните шапочку задом наперед. Ну как? Идет она мне? Как тебе сказать? Я что-то не разберу. А где же ты? А? А? Тут.
пожалуйста, эту шапочку. В шляпе я буду ездить, куда меня приглашают, а в шапочке, куда не приглашают. Смотри! Стой, остановись, назад оглянись. Где же ты, братец, побывал? Барин, ваше сиятельство, я и сам не знаю. Кажется, все государства, все царства обижал. А ничего не видел. Разве увидишь что, когда без передышки пули несешься? Зачем же без передышки? Ты бы сказал, стой, остановись, назад оглянись. Вот и все. Что же вы мне этого раньше не сказали? Ну вот что, малый, мы берем все ваши умные вещи. Кроме зеркальца. Нет, и зеркальце тоже. Пожалуйста. Зеркальце уже продано. Заверните все, что мы берем. Да, поскорее, у меня времени нет. Постойте. Господа хорошие, прежде чем деньги получить, я вам на прощание два слова скажу. Какие два слова? А вот послушайте, умными вещами не хвалитесь, во зло людям их не обращайте и никому не продавайте. Да помните, умные вещи умного обращения требуют. Хватит, старик, довольно. Ты что, учить нас вздумал? Торгуй себе, да деньги получай. Ну, а где та дудка, на которой кто-то играл здесь? Дудка продана. Кому? Тому, кто на ней играл. Вот этому молодому человеку. А, ну, так он мне уступит. Уступишь, парень? А? Я, барин, дудками не торгую. А это пока мисс не моя. Я за нее еще и денег не платил. Я бы лучше. Сколько стоит дудка? 5 рублей Так сколько же стоит дудка? Дудка продана. Советую тебе не упрямиться. Со мной лучше не спорить. Ведь ежели я рассержусь, так от всей лавки твоей следа не останется. Все может быть. Ты думаешь, я шучу с тобой? Ну-ка, сбегай. Да приведи сюда. А ты думаешь, я шучу? Раз, два, три. Посмотрите, в самом деле и следа не осталось. Куда же этот старик девался? А черт его знает. Колдуна этого. Но мы же ему даже денег не заплатили. Чудеса, да и только. Была лавка, и нет. Будто во сне приснилось. И вправду будто во сне. Хорошо, что вещи на месте остались. Надо их завернуть хорошенько. И шапку, и скороходы, и скатерть. И эту саблю. Это не сабля, а меч. Но это одно и то же. Заверни. И в карету отнеси. Слушаюсь. Отдай дудку. Она не твоя, она тебе даром досталась. Да и вы за свои вещи не дороже заплатили. Ловко отрезал. Славно отшил. Он вор. Он у меня дудку украл. Отдай. Возьмите. Украли! Барина, рукава от жилетки. У барыни шлейф от жакетки. Говорила яблоко веточке своей. Дай мне волю, веточка, отпусти скорей. Круглое, румяное, с
горки покачусь. И опять на яблоню к ночи ворочусь. И опять на яблоню к ночи ворочусь. Отвечает веточка, погоди три дня, ты еще румянее станешь у меня. Я тебя побалую, медом напою, покачаю вечером колыбель твою. Покачаю вечером колыбель твою. А сорвешься с дерева доброго пути, яблоку на яблоне больше не расти. Яблоку на яблоне больше не расти. Здравствуй, милая. Добрый вечер, бабушка. А это зачем ты нынче пожаловал? Твой день завтра будет. Поглядеть на вас пришел. А дудку эту где взял? На ярмарке. И сколько заплатил? Так далее. На ярмарке без денег. С каких топор? Какой топор? Топоров и вправду без денег не продают, а дудку продали. Да в придачу и зеркальце дали. Какое чистое ясное зеркальце, будто солнышко. Это я тебе принес. Оно непростое. Поглядись в него. Вот спасибо. И день, и ночь в стекле моем сияет яркий свет, но в нем темно и ясным днем, когда тебя в нем нет. Милое зеркальце. Какой у него хоть и не громкий, но звонкий голосок. Ты бы ей завтра зеркальце принес. У нас с ней и так дел много. Но... Мы друг другу не родные, а живем как братья. Мы бродячие портные, шьем штаны и платья. Тура-ру-ра-ру-ра-ра, 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 тура-ра. Шьем мы к свадьбам, к именинам для людей обновы. Всех, как есть, своим аршином мерить мы готовы. Тура-ру-ра-ру-ра-ра, 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 тура-ра-ра-ра. Тура-ру-ра-ру-ра-ру, тура-ру-ра-ру-ра-ру, тура-ру-ра-ру-ра-ру. Ну, парень, собирайся в путь-дорогу. Куда же это? Известно куда, в тюрьму. Да за что же? А за то! Не кради господских дудок! Да я же не крал. Мне старичок подарил. Какой такой старичок? Веди нас к нему. Нет того старика. Ха! Сквозь землю провалился, что ли? Может, и сквозь землю. Слышали? Старичок-то сквозь землю провалился. Чудно! Простите, ваша милость, оно и вправду чудно. А только так оно и было, как он говорит. А вы кто такие? Мы портные. Видно, недаром люди говорят, что портной соврет и не покраснеет. Может и так.
Да еще обмерить тебе приклад украдет. Да так, а только мы, ваше благородие, своими глазами видели, как старичок ему дудку дал. А потом, словно сквозь землю провалился. Вот оно как. Ну да ладно, там разберутся. Да и вас, партняшки, чего доброго, в суд потянут. Нет, они правду говорят. Вы зачем его за руки держите? Отпустите! Ишь ты, какая шустрая! Отпустите! Успокойся, голубушка! Нечего тут шуметь! Отпустите его, ваша милость! Хоть на денек. Мы завтра свадьбу справлять собрались. Вот, вот невеста. А вот жених. Другого жениха поищите. А этого мы себе возьмем. Видите его? Иди, иди, поворачивайся. Зеркальце хоть ей отдайте. Какое зеркальце? А ну, покажи. Ха-ха, небось, тоже краденое. Я не краденая, я дареная. Что? Что такое? Я не краденая, я дареная. А теперь по наговору я досталась злому вору. Дерзости говоришь? Так вот же тебе, а! Зеркальце мое. Не плачь, милая. Не разговаривай! Я на волю выйду! Смирно, барабанщик, вперед, шагом марш! Прощай, милый мой! Куда бы тебя ни угнали, я найду тебя! Видно, и от слов его тоже осколочек остался. Ишь, разбитая, а говорит. Ну, если уж разбитое зеркальце заговорило, так верная волшебная дудка молчать не станет. Оправдает своего хозяина. Как ему теперь оправдаться? Если его под барабанный бой, словно разбойника, в тюрьму повели. А ведь над тем начальником еще начальник есть. Есть, конечно. Ну, а над тем начальником тоже есть начальник. Это ты чего доброго до самого царя доберешься. А что я доберусь? Так тебя до него и допустят. А чего на свете не бывает? Может, ты у царя в дороге пуговица оторвется. А своего портного он навряд собой возит. Тут да я и подвернусь с иголкой да с ниткой. Дозвольте, ваше величество. Ох, чего ты только не придумаешь. И придумаю. Уж очень мне парня жалко. Да и ее тоже, смотри-ка, как она осколочки-то перебирает. Давай-ка, брат, мы того волшебного старика и его подручного отыскать попробуем. Ты где же ты их найдешь? Ну, не могли же они оба и в самом деле сквозь землю провалиться. А в этом деле они главные свидетели. Ну что ж, найдем их или не найдем, а поищем. Прощайте, хозяюшка. Не горюйте. А вот с хорошими вестями вернемся. Этот день такой хмурый, и солнце сюда не заглядывает. О,
получаю свой дневной рацион. Что ж, на том спасибо. Не заработал, а кормите. Твоя работа сидеть? Я бы лучше погулял. Этого не полагается. Вот жизнь. Не успеешь глаза раскрыть. А тебе уже завтрак, обед и ужин подают. Но чем не скатерть самобранка? Одна беда, есть не хочется. Вот это бы кусок на траве под деревом съесть. Эх, старичок, старичок. Ты бы мне вместе с Дудкой шапку-невидимку или ковер-самолет подарил, что ли? Не сидел бы я в этой клетке, только бы меня и видели. Не наведаться домой, не послать письма. Огорожена стеной старая тюрьма. Старая тюрьма, да железный переплет у меня в окне. Редко-редко промелькнет птица в вышине. Птица в вышине. Так ты пел? Нет, не я. А мне послышалось, будто здесь поют. Скучно, милая моя, под замком сидеть. Изловили соловья, заманили в сеть. Заманили в сеть. Ну, а сейчас кто пел? Не ты скажешь? Не я. Ну так спел бы. Скучновато у нас. Это ты правду сказал. Не весело. Вот и я говорю. Не весело. Ну так спой, что ли? А разве это у вас полагается? Да не то, что полагается, а только день у нас выдался особенный. Нашего начальника к его начальнику вызвали, а помощник начальника и сам нынче песни поет. С утра лишнего хватил. Так вот ты его и слушай. Ну, слушали, Вуку. А ты не опасайся, пой, коль тебе говорят. Хочешь, я тебе хлеб принесу? Хорошо у тебя выходит. Звонко! На воле-то еще звонче выходило. Ничего, здесь и так сойдет. Люблю, когда поют. Да что-то редко к нам вот таких певцов сажают. Ну что я за певец? Вот не отняли бы у меня дудки, я бы вам сыграл. Да так, что вся тюрьма заплясала. Ну да. Хорошая у меня была дудка. Вот потому и отняли. Видать, потому. А нет ли у вас какой-нибудь трубы медной? Ничего нет. Один барабан есть. Бум. Да, барабане сами играйте. А песни я уж так и быть спою. Подтягивать у вас есть кому? Так я и сам подтяну. О,
А то еще одного паренька позвать можно. Зови. Эй, там! Кровонкин! Слушаю! Иди сюда. Что угодно? Дело особой важности. Песню слушать будешь, а при надобности и подтянешь. Ах, вон оно что. Ну, давай. Что бы вам такое спеть? Эх, дудка моя, самогудка моя, в самогудку станешь дуть, слезы горькие идут. Слезы горькие идут. Это ты, моя дуда, привела меня сюда, привела меня в острог, да за каменный порог. Да за каменный порог. Ох, дуда моя, дуда, не уйти мне никуда, ни вплавь, ни вскачь, хоть пой, хоть плачь. Хоть пой, хоть плачь. Думаю, подумаю, как избыть беду мою, да Бога высоко, да царя далеко. Да царя далеко. Вот я 2 года в столичном городе служу, а царя и в глаза не видел. А где ты его увидишь? Он у нас не сидел. Вот бы посадили. Да. Любопытно бы поглядеть. Пустозван! Ты чего договорился, ну? Ступай себе в караулку, ну! Утром, Ваше Величество, с прекрасной погодой. Чего нового? Смелюсь доложить, Ваше Величество. Ой, о чем доложить? О том, что посол иностранной державы прибыл во дворец и всепокорнейший просит аудиенции у Вашего Величества. В такую погоду принимать послов. Я только хотел проехаться верхом. Осмелюсь напомнить, что Ваше Величество сами изволили назначить послу день приема. Ну, пусть войдет. Да долго не задерживается. А какой посол? Из какого царства? Из 39-го царства, 30-го государства, Ваше Величество. Чего? А по-нашему говорит? При нем переводчик, Ваше Величество. Ну, зови. Да пошли ко мне камердинера. Боже. Меня храни. Славно поешь ты, парень. Что ж, принеси тебе хлебца. Я тебе и сало дам. Спасибо. Да что-то нынче мне кусок в горло не идет. Первые дни у нас к еде никто не прикасается. А потом ничего, едят. Да еще жалуются, что мало даем. Не горюй, привыкнешь. Только ты поменьше своих вспоминай. Про дом. Легко сказать. Вспоминай поменьше. А ведь день-то нынче у меня знаешь какой? Ну, а какой день? Буднишний? Для кого будня, для кого и праздник. Свадьбу я нынче справлять собирался. Фу-то, ну что? Значит, я твою невесту знаю. Красавица. Невесту мою? Да где ж ты мог ее видеть? Здесь, недалеко, у наших ворот. Пришла чуть свет и все на окна смотрит. Кого-то высматривает. Ей говорят, отойди, не полагается. Она отойдет немного и назад вернется. Плачет. Плакать не плачет, а слезы утирает. И сейчас она там. Кто ее знает, может и там.
Эх, лучше бы ты мне и не рассказывал. Слушай, брат, приведи ее сюда. А ты что, парень, с ума спятил? Сам не знаешь, что просишь. Слыхал, что за это бывает. Ты же сам говорил, что нынче у вас начальства нет. Я только погляжу на нее и скажу, чтобы к тюрьме больше не приходила и не плакала. Ну, приведешь? Нельзя! Сейчас приведу, но смотри, ненадолго. Там внизу мой знакомый на часах стоит. Скоро сменится. Что это он? Правду сказал? Или пошутить вздумал? Помоги одеться. Ой. Иди тупой. Разрешите удалиться, Ваше Величество? Иди. Слушаюсь. Нет, постой. Доложи Ее Величеству и Его Высочеству, что я прошу пожаловать ко мне. Тут у меня посол будет. Да из такого царства-государства, каком мы и не слыхивали. Слушаюсь, Ваше Величество. Сроку вам, покуда я трубку докурю. А мне и табаку на три затяжки осталось. Ну вот мы и увиделись. Зачем же, милая, плакать? Я не плачу. Постой, что же я тебе сказать-то хотела? Только не знаю, успею ли. От зеркальца твоего у меня осколочек остался. Он хоть и крошечный, а тоже говорит, только тихо-тихо. Неужто говорит? Да-да. А нынче он мне про шапку-невидимку сказал. Где эта шапка? Да верно, там же, где и дудка моя, у господ. Так может... Мне две затяжки осталось, а вам две минутки. Что ты мне сказать хотела? Может быть, к господам пойти и попросить их за тебя? Ведь самогутка-то теперь у них. Зачем же им понапрасну тебя до меня губить? Что их просить? Они только обидят тебя. Вторая затяжка. Остается вам одна минутка. Одна минутка. А я и поглядеть-то на тебя не успела. Да, я хоть нагляжусь-то на тебя напоследок. А это что, твоя еда? Хлеб да вода? Милый, бабушка тебе тут молока с пирожками прислала. Ах, вот где окошко твое, под самым потолком. А я все мимо тюрьмы ходила, думала тебя в окне увидеть. Да где ж тут увидишь? Постой, постой, милая. Последняя наша минутка проходит. Но смотри, береги себя. Не скучай. И не плачь, а в господский дом не ходи. Ну, поговорили и хватит, пора и честь знать. А то и мне не сдобровать, и вам. Милая моя, под замком сидит.
изловили соловья, замани.